Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Богатый моряк». Это Евгений, и сегодня мы поговорим про EtherConnect. А более подробно о том, каким образом можно пополнить свой кошелек, точнее, в личном кабинете перевести средства, где мы можем увидеть информацию, какое количество у нас партнеров, какой лучший перевод средств, то есть на какой, скажем так, наиболее дешевый. Ну и более подробно разберем как бы EtherConnect изнутри, именно эти направления. Смотрите, это мой личный кабинет, то есть на сегодняшний день он выглядит таким образом. 10 человек у меня, 10 партнеров, пока активных никого нету, но это право каждого. Я всегда говорю в своих видео и в телеграм-канале пишу, что я никого не призываю, я просто освещаю данные проекты. Если вам интересно, то, пожалуйста, присоединяйтесь, как говорится, милости просим. Смотрите, здесь что у нас указано, это цена токена, то есть монеты, точнее, на сегодняшний день. То есть 23 марта цена была 0.1196, на сегодняшний день это уже 0.1272. А настейкана у меня 18.70, ну не так уж и много. Цена самого эфирма 1843.54 цента. Дальше, напомню, что по данному плану у меня 10% в месяц, как говорится, бонусы по заработку, скажем так, с моего депозита. Сумма депозита на сегодняшний день, ну, почти 110 долларов, было 99.80. Почему повысил на 10 долларов? Я просто проверял, каким образом через Tron кошелек можно сделать пополнение, точнее, как быстро это происходит. На сегодняшний день у меня 910, ну, почти 910 монет. То есть это вот такая первичная информация, которая у вас отображается в первой строчке дэшборд. Ничего трудного, абсолютно все элементарно. Теперь пополнение депозита. Многие у меня спрашивали, какой лучший вариант. До этого, когда я делал обзор, еще Tron кошелька не было. И я вам сказал, что лучше всего через Binance Smart Chain, через MetaMask. В принципе, этот вариант остается тот же. Но если вы не пользуетесь MetaMask, вы не знаете, как им пользоваться, да и он вам не нужен, допустим, на сегодняшний день, именно в данную минуту, и вы не хотите его заводить ради одного проекта, вы можете спокойно использовать Tron. Абсолютно никаких проблем. Комиссия там очень маленькая, я вам сейчас покажу, если вы переводите там с Binance, либо любой другой криптобиржи. То есть по эфириуму ERC-20 здесь будет комиссия, то есть комиссия сети. По биткоину тоже будет комиссия. По Binance Smart Chain вы нажимаете на Binance Smart Chain, выбираете один из кошельков, допустим, MetaMask. Если у вас нет MetaMask, но вы хотите его подключить, я оставлю ссылку вам на Binance Академию, то есть подключение MetaMask к Binance Smart Chain. Вы сможете его здесь подключить, здесь все подробно описано. Также есть тестовый кошелек, где вы можете потренироваться с пополнением вашего счета, то есть все можете сделать, если вам правда хочется использовать MetaMask. Да, он был вам ближе, скажем так. Выбираете, допустим, MetaMask. Если у вас, к примеру, он есть, вы все-таки уже разобрались, как им работать. Вводите, к примеру, 100 долларов. Да, минимальный, напомню, депозит стартует для активации вашего плана 50 долларов. Дальше вы можете уже пополнять на любую сумму, то есть там и на 3, и на 4, и на 5, то есть в зависимости уже от комиссии сети, чтобы это был только смысл. Нажимаете превью, и вам показывает, какую сумму вы должны в BNB заплатить. И вы нажимаете Pay. Допустим, вот MetaMask у меня есть, да, но тут ничего у меня нет на кошельке, все по нулям. Я просто MetaMask не использую, у меня здесь не лежат деньги на постоянной основе. Я конкретно точечную сумму перевожу на MetaMask и перевожу в дальнейшем уже на сам проект. Вот этот значок показывается, что он подсоединен к EtherConnect. То есть я могу делать перевод. Вот если даже нажму сейчас Pay, ну, у вас нет достаточной суммы. То есть здесь происходит автоматически. Вам не нужно даже указывать там кошелек или что-то. Он сразу коннектится к вашему кошельку, то есть MetaMask, вы делаете перевод. Дальше, по трону. По трону, в принципе, процедура практически такая же. Только отличительной чертой является то, что вы делаете уже это с биржи, либо другой.
криптобиржи. Ну, для примера, это будет Binance. Я работаю с Binance, поэтому я покажу вам по Binance. Нажимаете Confirm, нажимаете Show QR, и вам показывает сумму, которую вы должны четко, точно перевести. И адрес, то есть кошелек, на какую, на который вы должны тоже сделать перевод. Итак, я здесь уже подготовил, вот у меня здесь есть тут 248 трона. Я вам просто показываю пример, сам перевод я делать не буду. К примеру, мы сейчас копируем данный кошелек. Я его указал, нажимаем. Так, здесь выбрано. Ну вот вы видите, комиссия, она абсолютно копеечная, то есть это вообще ничего практически. Даже если вы можете указать всю сумму, но помните, что здесь будет комиссия в 1 трон. То есть, соответственно, у вас... сейчас, одну секунду. Давайте сделаем по-другому. Вот. Смотрите, то есть вы указываете 1666, да? У вас здесь снимается один трон, то есть, соответственно, вы здесь просто добавляете в количестве один. И у вас уже по итогу должна быть точно такая же сумма, которую вы должны в эквиваленте к 100 долларам перевести. То есть, все просто. Как только вы нажали на кнопку «Отправить», вы отправили, то есть, подтвердили, прошли все защитные, как говорится, моменты по Binance, то есть, по телефону, по имейлу. И так далее, если вы это используете. Переходите обратно на EtherConnect платформу и нажимаете Click Here After Transfer. То есть вы подтверждаете, что перевод был сделан. Я вам покажу в истории переводов то, что я сегодня делал по трону. И вот я перевел сначала 5 долларов и еще раз 5 долларов. То есть просто делал проверку, насколько быстро. Ну, в течение... Ну, до 5 минут у вас будет перевод. То есть все перевело, все нормально, все в порядке. Вот 30 марта. Поэтому, в принципе, ничего трудного абсолютно нету. Все вот именно с трон кошельком вообще убираются проблемы в плане вот MetaMask. Тот, кто не хочет терять время, просто в течение 10, до 10 минут, даже так скажем, со всеми операциями, указаниями кошелька, можно сделать пополнение, как говорится, и потом спать спокойно. От себя я скажу спасибо вам за внимание. Если будут у вас какие-то вопросы, вы знаете, как со мной связываться. Это либо телеграм-канал, либо пишите мне в личку, либо в инстаграме, либо опять же в телеграме. Также на канале «Богатый моряк» я делаю ежедневные публикации по поводу развития EtherConnect, ну и по другим проектам. И помните, любое ваше пополнение средств в любом хай-проекте должно быть сделано с холодной головой, и вы должны пополнять ровно столько, сколько вы готовы потерять. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Пока!